Я родилась и выросла в Бельске, на 6-м квартале. Как настоящая бельчанка, я привыкла бороться и побеждать. Нам удалось вдохнуть жизнь в город, начать его восстановление и развитие. Мы сделали работу мэрии самой прозрачной в Молдове. Но всему нашему труду изо дня в день противостояла центральная власть. Они устроили геноцид молдавского народа, а бельцам объявили настоящую войну. Но мы выстояли и продолжили борьбу, принципиально и решительно защищая права бельчан. Теперь пришло время очистить всю страну от мафии и ее криминальных эмиссаров. Поэтому я иду на выборы и 24 февраля буду баллотироваться в Бельцах в 10-м округе от нашей партии Рената Усатова. Сегодня Бельцы – это столица надежды на освобождение всей страны от преступного режима и его соучастников. Я точно знаю, Молдова будет свободна.